Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. В этом году День металлурга выпал на 15 июля. Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией. Сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие профессии. Они работают круглосуточно и, конечно, готовятся к празднику. Но наш Челябинск, как известно, город металлургов. Да. На одном из комбинатов сейчас работает Дмитрий Лазарев. Дим, доброе утро. Как атмосфера в преддверии мероприятия? Доброе утро, коллеги. Сейчас мы находимся в одном из цехов металлургического предприятия Челябинска. И здесь как раз работают над созданием спецзаказа для возведения мостов, опор для возведения мостов и балок для строительства высоток. Делают это в режиме нон-стоп, несмотря на приближение своего профессионального праздника Дня металлургов. Что ж, поговорим с одним из сотрудников предприятия о том, как идет работа. День металлурга, я выхожу на работу, будет суббота, но производство не стоит. Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А в преддверии праздника хотел бы всех поздравить с этим прекрасным днем. Пожелать всем здоровья, успехов, процветания в карьерном росте. Отмечу, празднование Дня металлурга в Челябинске состоится в эту субботу на различных площадках. На этом у меня все. Коллеги. Спасибо огромное тебе, Дима. Ну а мы напомним еще разочек, что массовый праздник развернется в субботу в 20:00 на Челябинском стадионе спорткомплекса «Металлург». Начнется праздничный концерт. Приедет музыкальная группа «Рефлекс» и Ирина Нельсон. Завершат этот день красочным фейерверком в 23:00. Ну а уже сегодня в 18:30 белые металлурги займут пляж ЧТПЗ, где пройдут командные соревнования и выступит музыкальная группа «Богачи».